Корреспондент газеты «Мели Емеля» сообщает, что Удав-стрит чрезвычайно обеспокоен критическим положением зайцев. Предстоит свадебный сезон. Но что может сделать бедный заяц, если у него шкура ползет по швам? Ничего не сделаешь. Пойду свататься так. Вы оборванец, Тотти! Это не имеет значения, Муми! Нет! О, Муми! Под этой шкурой бьется горячее заячье сердце! За такого оборванца замуж? Никогда! Тогда зачем жить? Прощай, Муми! Ах! Конец моих страданий. Ешьте, ешьте меня. Кого это? Меня, зайца ешьте. Мы сыты, иди с миром. Нет, вы ешьте меня, ешьте. Проголодаемся, съедим, а теперь не шуми. Ладно, я подожду. Мистер Удав из Удав-стрита решил оказать зайцам скорую помощь. По плану мистера Удава каждому зайцу будет выдано по 7 новых шкур. 7 новых шкур! Тотти! 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 Муми? Газета «Мели Емеля». 7 новых шкур. Беги. По плану мистера Удава каждому зайцу будет выдано 7 новых шкур. Чего там? Жить бегу. Жить! Стой! 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 Держи его! Держи его! Вверх! Эп! Покладывайте, кто такие? Мы волки, сэр! Мы ваши друзья! Эп! Мы должны съесть этого зайца, сэр! Эп! Вы не будете есть этого зайца! Но почему, сэр? Я решил оказать зайцам скорую помощь! Садитесь! Эп! Назад! Yes, sir! Что тебе надо, мой друг? 7 новых шкур! Эп! Снимите с него эту шкуру! Есть, сэр! Ободрать и сажать с удовольствием! Эп! Ободрать, но чтоб жил! Нет, сэр! Мы волки, сэр! Мы должны съесть! Эп! 7 раз ободрать, но чтоб жил! Есть, сэр! О, мистер Удав! Я лучше сам! Эп, снять шкуру. Еще. О, мистер.
мистер удав. Не надо мне больше помощи. Выдать ему новую шкуру. Есть, сэр. Иди с миром, да скажи там своим братьям и сестрам, что еще 6 шкур шьют тебе лучшие портные удав-стрита. Пусть все идут ко мне за помощью. Почему вы отпустили его, сэр? Это не бизнес съесть одного тощего зайца. А что будет бизнес, сэр? Бизнес? А вот увидите. Братья и сестры, наш добрый дядя мистер удав каждому из нас выдаст по 7 новых шкур. Папаши и мамаши, по плану мистера удава будет выдана для каждого зайчонка морковная тушенка. А волки где? Волки? Волки теперь уже не волки. Мистер удав внушил им добродетель. Проходите, не стесняйтесь. А вы почему уходите? Нам своя шкура больше нравится. Но как же вы будете жить без скорой помощи? Да уж как-нибудь проживем. Бедные ежи. Следующий. Лучшие портные удав-стрита для каждого из нас шьют по 7 новых шкур. Сэр, все зайцы ободраны. Шкуры упаковать, а зайцам объявить, что выдача шкур отменяется. Есть, сэр! Как сообщает наш корреспондент, мистер удав разъяснил, что выдача шкур зайцам полностью отменяется. Но для того, чтобы зайцы зимой не замерзли, специально для них отгружаются 7 пароходов сигарет. Вот вам и добрый дядя, мистер удав. Вот вам и 7 новых шкур. Но ведь Тотти выдали новую шкуру. Боюсь, что недолго он в ней проходит. Почему? А это ты у мистера удава спроси. Мне не дали новую шкуру. Почему не дали? Не знаю, Тотти. Никому не дали. Это недоразумение. Муми, идем к мистеру удаву. Он всем выдаст новые шкуры. Вот увидишь. Сэр, мне крайне неудобно, что я в такой роскошной шкуре. А моя невеста и все остальные без ничего. Надо вас уравнять. Спасибо, мистер удав. Спасибо. Снять с него шкуру. Есть, сэр. Ну и живодер вы, сэр. Разрешите хоть теперь съесть этих оборванцев. Теперь да, можно. Вот это настоящий бизнес. Тотти, Муми, сюда, к нам. Как сообщает наш корреспондент, по плану мистера удава, святейший змей девятый рассылает по лесам новую молитву о том, чтобы у каждого зайца скорее отрастала новая шкура. Довольно. Не нужна нам такая помощь. Не нужны нам такие молитвы. Без удава проживем. Давно бы так.
целее была бы шкура.